Приехав в субботу днем на свою дачу, ее владельцы с ужасом обнаружили следы взлома. Выбитые окна, чужие следы на веранде. В доме полный хаос. Разбросанные вещи, сломанные стулья. И такой случай не единственный. Ну, если анализируя оперативную обстановку за прошедшую неделю на территории городского округа Электрогорск, мы отметили регистрацию, увеличилась регистрация и количество краж, совершаемых на территории городского округа. В частности, больше всего кражам подвержены наши садовые товарищества, которые в будние дни остаются без присмотра, и ГСК, где также были отмечены факты вскрытия гаражей и хищения имущества граждан. Сейчас, в настоящий момент, сотрудниками Электрогорского отдела полиции проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших данное преступление, а также установление местонахождения похищенного имущества. Уважаемые садоводы, помните о необходимости принятия мер безопасности по сохранности личного имущества, даже находясь на территории дачи. Не оставляйте без присмотра деньги, сотовые телефоны, оргтехнику, а также другие ценные вещи. Отлучаясь из дачного дома, закрывайте двери и окна. В качестве профилактики и профилактических мер хотелось бы гражданам посоветовать устанавливать сигнализации. Если имеется дорогостоящее имущество, то можно поставить сигнализацию и таким образом обезопасить свое имущество.